преддверии Международного женского дня в АО «ArcelorMittal Темиртау» объявили конкурс на самый креативный и познавательный видеоролик о своей работе, где главными призами стали три iPhone 13 Pro. В течение недели сотрудницы демонстрировали в социальных сетях свои видеоработы, а все праздничные выходные независимая комиссия выбирала трех победительниц. В стальном департаменте самым лучшим стал видеоролик переводчика английского языка Камилы Янкибаевой. Именно ей вручили первый iPhone 13 Pro. Я думаю, что с данным девайсом вы снимете еще большее количество креативных роликов, и мы с радостью будем их оценивать в будущем. Спасибо большое. Спасибо вам. К конкурсу девушка подошла со всей ответственностью. Сама написала сценарий, затем сняла и смонтировала видео. По словам девушки, снимать интересные видео – это одно из ее увлечений. Возможно, некоторым, кто посмотрел мой ролик, покажется, что я мало о себе рассказала, но на самом деле я там сказала об очень важном, о своей маленькой детской мечте, что я хотела стать телеведущей. И в какой-то степени я себя ощущаю ведущей, когда перевожу совещание, потому что переводчик также главный участник совещания, и я показываю в ролике свою благодарность своей работе, что я ее очень люблю и могу себя реализовать в какой-то степени, как и ведущая. Среди участниц из угольного департамента лучшим независимая комиссия признала видеоролик диспетчера по безопасности и аэрогазовому контролю шахты «Казахстанская» Лили Карасаевой. Вы молодец. Поздравляю. Вы такой большой, красивый. Спасибо. Букет цветов. Лилия Курмангалиевна – представитель шахтерской династии. На Казахстанской 34 года проработал ее отец, а сейчас трудится сын Бекжан. К слову, принять участие в конкурсе Лилию Курмангалиевну уговорил как раз он. Это все мой сын. Он увидел объявление, что будет такое мероприятие происходить, конкурс. И говорит, давай попробуем. Я говорю, ну давай попробуем. Нет, вообще не ожидала, правда. Потому что много было людей, кто предоставил свою информацию, клипы и все такое. Ну, не ожидала, правда. Не ожидала. Среди видеоработ сотрудниц дочерних предприятий лучшим стал ролик монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов производства номер 3 ТОО «Курлысмет» с Натальей Любиной. Заявку Наталья подала практически в последний момент, но честно признается, что на победу рассчитывала всерьез. И не зря, ведь теперь в ее руках iPhone 13 Pro. Создание роликов – это немножко моя тема. Не так давно мы даже с коллективом снимали ролик на тему, посвященную... Я уже привился, а ты посвященную вакцинации. Вот мы заняли на нашем производстве второе место призовое. Поэтому у меня в ленте, в моей ленте в Инстаграм, у меня ну, вот что-то... Ролики подобного типа, в общем, это мое. Напомним, что в конкурсе приняли участие сотрудницы стального и угольного департамента в компании, а также дочерних предприятий ТОО «Уркен», ТОО «Курлысмет», ТОО «ТАА» и ТОО «Адал Электро». Анастасия Ходорева, Кристина Кириченко, Максим Ломакин, Новости Темиртау.